В жизни бывает всякое. Скажем, вы прибыли на отдых искупаться, а вместе с вами искупался и ваш смартфон. Либо ваш холодильник перестал подавать признаки жизни. Без смартфона мы как без рук, а продукты питания нужно где-либо хранить. Но что делать, если прямо сейчас у вас нет необходимой суммы? Копить? Конечно, вы можете обратиться в банк. Но не факт, что банк одобрит вашу заявку. Да и время зря потеряете. Добрый, спасибо. Есть решение. Карта рассрочки Пайда. Вы покупаете что угодно и где угодно. И не нужно ничего ждать. Здравствуйте. Спасибо. Карта рассрочки Пайда. Покупки где угодно. В Казахстане, за рубежом, в интернете.